Вас и так зовут? Да, 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 можете так называть. А вы уверены, что вы не аномалия? Может быть, вы хотя бы призрак? Нет, я не призрак. Ну, знаете, может быть, вы умерли и не заметили. Ну, там в соседней деревушке мужчину летящим бревном убила. Послушай, моя дорогая, мы дровосеки всегда видим бревно, если оно на нас летит. Я в своей жизни только однажды бревна не заметил. И что случилось? Да ничего, женился я на ней. Что у нас какие-то кости? Я сказал, о, ваш друг уже очухался. Стало быть, выздоравливаю. Смотрите, 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 аномалия, 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 аномалия. Вон, а, нет, убежал. Кстати, мы пришли. Это же просто старые штаны. Я не могу на них смотреть, они такие немодные. Какой реликт! Судя по моему анализирителю, аномальность вполне подходящая. Осталось только понять суть их аномальности. Не, ну а что тут понимать? Штаны, это штаны. Штаны, штаны танцора. Да, был у нас тут однажды великий танцор. Да, вот такой великий, настолько великий. В общем, он был настолько крут, что никто не мог его победить. У него было много врагов. Однажды они заманили его в этот лес и забили ногами. Танцор, танцор, посмотрите. Ну, да. Вот, но дух его, в общем-то, вот там что-то... А, не упокоился, и он переселился в эти штаны. И теперь каждый, кто их оденет, будет так же велик в танце, как и он. Какая история! И чтобы это проверить, нам их нужно надеть. Естественно. Чур, в этот раз буду не я. Не дай бог, меня кто-то в них увидит, это ж такой позор будет. Да кто тебя увидит? На крайнем городе лес какой-то. Не надо недооценивать моих недоброжелателей. Они могут быть где угодно, даже в дублах. Ну ладно, значит, придется мне это делать. Так. Давай. Маленькое решение для человека, но большое решение для человечества. Ну как? Что-нибудь чувствуешь? Да вроде пока ничего. Да. Ну, а? О! Танцует же! Невероятно, штаны старые, а стиль новый. Это электроденс! Просто он даже рыпавая чаша, у него открылся просто от пения. Вот это да! Да погодите, вы идиоты! Открыли новое свойство и без того необыкновенного предмета! Да помогите, блин! Ничего не аномальное, это штаны. Они на муравейнике лежат. Кишок этими муравьями. Стой! Значит, вся суть аномальных штанов в аномальных муравьях? Да какие аномальные муравьи? А это имеет смысл. Этот гад нас опять наколол. Что за переходы на личности? Ну да, немножко наколол. Ну, в смысле, я вас опять проверял. Я же говорил, места дикие, нельзя расслабляться. Какой места дикие? Ты совсем офигел? Да я тебе... Он же сам сказал, что у нас не заставлял их надевать. Кроме того, видео твоего зажигательного танца попало на мой бит-кор. Смотри, сколько просмотров уже. Да ну вас! Так, я собрала все образцы. Можно двигаться дальше. Что у нас там дальше? Дальше есть кое-что. Ну... Какой у вас замечательный талант, вам бы гидом работать. Да, да, обязательно. Пойдем, пока ветер без сучков.